В рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции по стране проводится комплекс масштабных совместных мероприятий по проведению дезинфекционных работ подразделениями Минобороны, МЧС, МВД, Нацгвардии и других ведомств. В учениях, организованных в несколько этапов, участвуют добровольные волонтерские группы. В условиях сложившейся обстановки по максимуму скоординировано и слаженно. С этой целью спланировано совместное проведение мероприятий по борьбе с коронавирусом. Для решения задачи государственной важности привлечены подразделения Министерства обороны по чрезвычайным ситуациям внутренних дел Нацгвардии. Созданный оперативный штаб моделирует ситуацию, определяет цели и координирует действия. С учетом сложившейся обстановки дополнительно снято с длительного хранения специальная техника подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны. Стартовал комплекс тактико-специальных учений стратегического масштаба по дезинфекционным мероприятиям с практическим применением в масштабах страны с участием сводных подразделений силовых структур под руководством министра обороны. Управление координацией действий силами и средствами, задействованными для дезинфекционных мероприятий на территории областей, возложены на командующих войсками военных округов. Масштабные мероприятия спланированы на проведение в три этапа. В том числе это приведение подразделений в готовность к выполнению специальных задач, выход сводных отрядов в назначенные районы. В рамках поручения Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Республики Узбекистан, президента страны, запланирована массовая дезинфекция с использованием сил и средств всех силовых структур. Город Ташкент был разделен на 4 сектора. Это объекты различного масштаба. Для показа слаженности действий личного состава были организованы 4 учебные точки. Первая учебная точка – это проведение дезинфекции в супермаркетах и прилегающей к ней территории. Вторая учебная точка – это высотные многоквартирные дома, подъезды и прилегающие к ней территории. Третья учебная точка – Махалля. Мы на этой точке находимся. Четвертая учебная точка – это места массового скопления людей, базары, рынки и магистрали дороги. Это и есть активная фаза учений, которая предусматривает проведение дезинфекционных работ в назначенных районах. Для эффективного их проведения разработан соответствующий план в масштабе страны, в том числе отдельно по Ташкенту. Основные усилия будут сосредоточены на проведении совместных действий в столице и административных областных центрах. В целях поддержания тесного взаимодействия и согласования совместных усилий в состав пунктов управления включены оперативные группы сотрудников Минздрава и Хакимиатов. Нашими подразделениями на постоянной основе проводятся дезинфекционные мероприятия с привлечением специальной техники. В ходе этого комплекса учений будет продемонстрирована совместная работа подразделений всех силовых структур. Новые технологии на передовой по борьбе с коронавирусом. С помощью этой специальной дезинфекционной машины обрабатывается территория радиусом 24 метра и высоту 15 метров, вместимостью 600 литров хлорсодержащего препарата. Эффективность водомета подразделения МЧС уже оценили. Рассчитан на выполнение обработки 2,5 километров в течение одного часа. Были проведены тактико-специальные занятия по применению данных сил и средств по организации противопандемических мероприятий в нашей республике по нераспространению коронавирусной инфекции. Данные мероприятия будут проводиться во всех городах и населенных пунктах нашей республики. На примере одного квартала города Ташкента были продемонстрированы действия на 4 учебных точках. В целом комплекс масштабных мероприятий позволит определить совместные наработки для дальнейшего взаимодействия всех силовых структур.